настоящее время ведется много споров вокруг темы искусственного интеллекта, и существуют различные точки зрения. Известен негативный опыт Марка Цукерберга с искусственным интеллектом, когда руководство социальной сети Facebook вынуждено было отключить свою систему искусственного интеллекта после того, как машины начали общаться между собой на собственном несуществующем языке, который люди не понимали. Илон Маск давно известен своим осторожным отношением к искусственному интеллекту. Инженер постоянно говорит об угрозе со стороны умных машин и предупреждает человечество о скором конце. На определенном этапе искусственный интеллект может превзойти человека, да, и тем самым стать суперинтеллигенсом, да, суперинтеллектуальным. И таким образом выйти из-под контроля и прийти к каким-то решениям, которым нам не понравятся. Он неоднократно призывал всерьез заняться регулированием системы искусственного интеллекта. В октябре 2014 года он назвал искусственный интеллект величайшей угрозой существования человечества. С того времени он начал инвестировать в компании, занимающиеся изучением искусственного разума, чтобы быть в курсе происходящего. На что Марк Цукерберг ответил, что настроен оптимистично, поскольку, по его мнению, искусственный интеллект сделает жизнь людей только лучше. Екатерина Устинова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.